организовалась поездка на Сарву, на источник погружения. Да, погружение будет глубокое, метров 30-40. Настроение нормальное, праздничное, на подъеме. Недолгие сборы на набережной Белой в оздоровительном комплексе «Юность» и студенты Уфимской школы профессионалов дайвинга уже на Сарве. Озеро родник карстового происхождения привлекает дайверов со всех уголков России. Большая глубина и удивительная прозрачность водоема, являющегося природным памятником Республики Башкортостан, идеальны для обучения дайверов глубоководным погружениям. На этот раз опытный инструктор, профессиональный водолаз-спасатель Олег Трухачев привез на Сарву 6 студентов. Они сдают экзамен на дип-дайв. Ах, сорва! Голубые дали, вот такие дали. Ох, как далеко видал, дали. Для студентов это первое серьезное испытание в открытой воде. Низкая температура грозит переохлаждением, большая глубина – перенасыщением тканей организма азотом и кессоновой болезнью, быстрый подъем с глубины – баротравмами. Тем не менее, трудный экзамен все студенты сдали на отлично. Супер! Школа зря не проходит. Молодцы, ребята, я доволен очень. И ими, и собой. Не зря мы их учим. Интересные моменты были? Да, крайний момент – это подъем гири 16 килограмм со дна. Очень тяжело. Антон Никитин справился со всеми трудностями и получил сразу 2 дайверских сертификата. Первую и вторую продвинутую ступень. Ожидания не обманулись. Получилось вот так. Знания использованы на 100%. Получен новый опыт. Ждем следующих погружений. Все будет. Всем погружавшимся в торжественной обстановке были вручены дайверские сертификаты. По обычаю, дайв-мастер, обучающий студентов, прикладывался ластой к 5-й точке студента. Причем число ударов соответствовало крайнему числу на номере выданного сертификата. Поздравляем нового испеченного дайвера Руслана Рамисовича. Так, у него цифра 8. О! Раз! Три, 4, 5, 6, 7, 8! Ура! Руслан Кашапа свой сертификат продвинутого дайвера планирует использовать в теплых краях. Это мое было первое погружение глубоководное, да, такое до 30 метров. Изначально нервничал, переживал, но в дальнейшем оказалось то, что все это гораздо проще, приятней, больше удовольствия, впечатлений. В общем, понравилось. 16 октября улетаю на Шри-Ланку, где-то приблизительно на зимовку. В течение полугода буду погружаться там, пока не откроют Египет. Ну, полученные здесь навыки там тебе пригодятся. Конечно, да, безусловно. Игорь Пономаренко 2 назад переехал в Уфу из Санкт-Петербурга и за это время выучился в Уфимской школе профессионалов дайвинга 2 ступеням. На этот раз продвинутый дайвер получил сертификат на право оказания первой неотложной помощи. Зачем это ему, спросили мы у Игоря. Это, во-первых, никогда не повредит, потому что не знаешь, в какой ситуации окажешься. И не только на воде, но в принципе в жизни. Но для собственной уверенности, что в какой-то экстремальной ситуации сможешь оказать помощь. И, ну, во всяком случае, знаешь, что делать, не будешь паниковать. Дайвинг – это не просто увлечение, это образ жизни, в котором заложены такие благородные понятия, как взаимовыручка и товарищество, бережное отношение к природе, стремление к новым открытиям.